С днем рождения поздравили и в подарок оставили даже не 500, а 50 тысяч эскимо. Гуманитарный груз мороженого доставили сегодня в Екатеринбург. Его развезут по детским домам Свердловской области. Волонтеры уверяют, достанется каждому. За раздачей детям мороженого наблюдал Дмитрий Гаркин. Вот на машине привез 5 тонн мороженого для детей. Сладкий груз Владимир провез более 1000 километров. Мороженое для детских домов Екатеринбурга передала одна из крупных компаний Омска. Из-за буранов и гололеда дорога растянулась на несколько дней. Дорога плохая, ехал трое суток, скользко на дороге. Старался как можно быстрее и нормально привезти груз. Так, это партия мороженого в Нижний Тагил. Вот, возьмите. 50 тысяч порций пломбира будут распределены по детским домам области. В списке Сухоложский, Полевской, Камышловский, Нижнесергинский и другие детдома. В Свердловском отделении Красного Креста уверены, по мороженке хватит каждому. Распределять будем по заявкам Красного Креста. Значит, я отправил заявку в Министерство социальной политики, Министерство образования, что мы готовы предоставить безвозмездно это мороженое. Значит, заявки будут, будем отдавать. Наша задача – раздать это мороженое максимально быстро, потому что продукт все-таки скоропорчится. С днем рождения! Простите большие! Спасибо! Простите большие! Первыми лакомства доставили воспитанникам детского дома номер 3, что на Лимаше. Подарки пришлись как раз кстати. Сегодня учреждение отмечает свой 16-й день рождения. Данил пломбиру рад вдвойне, ведь у него сегодня два праздника. У меня сегодня день рождения исполняется 11 лет. И сегодня как раз у детского дома тоже день рождения. И мое день рождения совпало с детским домом. По мороженому получили все воспитанники, да не по одному. Но все сразу им съесть не разрешили. От праздника до ангины один шаг, говорят педагоги. Любому ребенку надо норму. Сегодня, завтра все остальное доедим. Завтра, послезавтра. У нас два выходных. Это наше продолжение праздника. В отделении Красного Креста уверяют, мороженым накормят и млад, и стар. Пломбир и эскимо отвезут не только в детдома, но и в госпиталь ветеранов, в приюты и в дома престарелых. Дмитрий Егоркин, Алексей Богданов, Сергей Дегарев. Новости 41-го канала.